Всем привет, мои дорогие котята! С вами Мурка, дикая кошка. И сегодня я хотела бы сделать кое-какое объявление, заявление. Ну, называйте это как хотите. Значит, произошла такая ситуация, что в данный момент я не могу монтировать видео. Точнее, не могу нормально работать со своей программой Sony Vegas Pro 16, так как она крякнутая и периодически дает очень большие сбои. Плюс к тому, мой диск-терабайтник Toshiba периодически тоже дает сбой. Из-за этого видео стали немножко скучноватыми на эффекты, немножко где-то повторяющимися и в подобном духе. Но видео не об этом. В последнее время я стала брать видео у других людей и склеивать этого что-то одно. Вы, может быть, заметили, мои котята, в описании я не пишу, что я сделала сама или там еще что-то, а пишу так: захотелось чего-то особенного, там, захотелось чего-то интересного. И правда состоит в том, я надеюсь, сейчас никто от меня после этого не отпишется, а поймут и примут это к сведению, потому что делают это многие. Мне написала сегодня утром девочка или девушка, точно не знаю, зовут ее Барбара Брейни. На канале у нее 43 подписчика, я тоже на нее сейчас прямо подписываюсь, потому что она делает просто улетные видео. И я очень прошу прощения у нее и у других авторов, чьи видео, чьи фрагменты видео вы видите в моих роликах, за то, что я беру ваши авторские работы, но не присваиваю их себе, а беру их частично в свой клип. Что по поводу этого? Я поняла, что, ребят, так делать действительно нельзя и не нужно. Поэтому с этого момента я делаю небольшое заявление. Если я у кого-то беру видео, в том числе и у Барбары, если она разрешит, конечно, это делать, и очень, конечно, хочу, чтобы мы поработали вместе, если она согласится. Вот. Как бы, если я буду брать у кого-то видео, то обязательно я буду оставлять ссылки на всех авторов данных роликов. Так как сейчас, на данный момент, в данном случае, я поступила некрасиво, просто не оставив ссылку. Вот. Так что, котята мои, простите меня вот за такое заявление. Действительно, да, я делала немножко неправильно, поступила нечестно по отношению к некоторым авторам, которым старались. Нет, не спорю, я умею делать сама и эффекты, и все остальное, но из-за программы, из-за проблем с программами у меня вышла вот такая вот история. Поэтому, ребят, если вы видите, вот реально видите, что это фрагмент вашего видео, вы прямо в комментариях напишите: «Мурка, зайди ко мне на канал, проверь, пожалуйста». Вот, вот, или ссылку прямо на видео. Вот, ссылочка на видео, фрагмент которого ты взяла. Вставь меня, пожалуйста, в описание или там куда-то, чтобы не было никаких проблем. И вообще вопросов не будет, я с удовольствием поставлю, даже создам пиар для канала, если, ну, как бы будет такая возможность. Вот. Чтобы не было никому обидно. Вот. Вот такие вот дела, ребят. Так что не обижайтесь на меня, если вдруг что. Вот. Я правда прошу прощения у Барбары за то, что взяла у тебя фрагмент видео с Флорой. Мне, честно, вот очень стыдно за это.
Конечно, человек 27 лет, но, понимаете, вот, брала чисто вот из-за того, что мне понравился фрагмент, из-за того, что вот у меня с программой была на тот момент проблема. Так что вот, мои дорогие, не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Также подпишитесь на Барбару. Думаю, ей очень будет приятно. Или Варвара. Как правильно? Барбара или Варвара? Если ты видишь это, напиши об этом в комментариях. Ну да ладно. Как лучше правильно тебя называть? Вот. Надеюсь, еще ты согласишься со мной поработать. Ну, потому что как бы у тебя просто отлично все получается. Все, ребят, спасибо за внимание. Надеюсь на ваше понимание. Вы самые лучшие. До встречи в следующем видео. И пока-пока.